Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить гайку потного, гарипотного, гайку очкастого и очки в очкариках. Короче, это. Что хотел сказать-то? Что? Блин, куда мне идти? Плавно приближается Новый год, то есть не плавно, очень скотина резко, только раз и уже есть. Капец как-то. Вроде еще времени столько было, а уже вот будет, блин, Новый год. Ты представляете, как это все быстро произошло? Ты мне дашь нормальную сегодня камеру, нет? А, там пол. Так что, короче, не знаю насчет видосиков, как они будут, не будут. Потому что, блин, что-то я чувствую, что будет жопа полнейшая. О, здрасте. Возможно, не знаю, поздравление-то я какое-то, может быть, и придумаю, может быть, и нет, не знаю. Будут ли видосики на Новый год, тоже не знаю. Вот, потому что, может быть, времени у меня не хватит их записать где-то. Так что, если... Что, может, сегодня получится две серии подряд записать гарики, например, вампиров тех же. То есть, чтобы было наперед хоть что-нибудь, хоть до Нового года, может. Не знаю, потому что завтра мне вряд ли получится записывать. Завтра немножко, короче, будет жопа. Здрасте. Так что такие дела. Говори. Следующий пазл. Ага. Гигантская доска для шахмат. Давай. Рон пошел, чтобы сыграть. Надеюсь, он в порядке. Да голову ему уже отрезало нафиг. Я разбил большинство фигур, Гарри, но я устал и не могу продолжать. Теперь твоя очередь. Слабак. Рон, ты в порядке? Гарри, остерегайся фигур. Все они за каждый ход перемещаются на одну клетку. Сделай так, чтобы фигуры вывали между собой. Тогда ты пройдешь без проблем. Между собой? Так, есть 4 черных, 4 белых. И что с ними делать? А ход-то сколько? Вот что с... Что? Я хожу на одну клетку вперед, да? Так, и чё? Ну, давай сюда пойду. Так, это на меня, что ли, или чё? И вот что сейчас делать? Не, чё делать-то? Они как будут воевать между собой? Как они вообще атакуют? То есть я могу, например, ударить эту или же пойти вот сюда. И... Этот идет сюда, а этот идет... Ха-ха! Сожрал и этот, нифига себе. Так, хорошо, а как я это сделаю тогда? Чтобы фигуры воевали между собой. Так, он мне говорит, нужно пройти, а если я сюда пойду? Сейчас этот белый вперед ко мне пойдет. И я его... Опа, еще минус один, минус два даже. Хорош. Так, этот меня атаковать пока не может. Так, ну, в принципе, у нас вариант такой же. Типа, пойти вот так вот. Типа, нужно на клетку от них отходить, получается. Только как я теперь отойду? Вот это вот сейчас вопрос. Туда же я не пойду. Если этого... А, я этого атаковать не могу? Тогда сюда, но это будет плохо. А он по диагонали может атаковать. Херак. Заново все! С одного удара, прикольно. Так, подожди. В принципе, все шло нормально. Только я где-то провтыкал. Ладно, давай вот сюда. Так же. А быстрее можно это все сделать? Так, смотри. По диагонали. Я всегда должен быть на одну клетку дальше. Но это, блин, сложно. Так-то. Этот-то этого шибанет, красавчик. А этот-то не шибанет. Так. Я тогда пошел вот сюда. Хотя мне какая разница, куда я иду, правильно? Вот это прикольная сейчас загадка. Почему я не могу его ударить? То есть мне либо сюда, но этот в любом случае белый пойдет вперед на меня. И этот пойдет сюда, я потом пойду... Подожди, а если я пойду вот сюда? То есть максимально далеко от этих. Это сложно. Максимально далеко, да? Теперь смотри, теперь можно пойти, короче, влево. Вот так вот. Этот подойдет ко мне, а этот подойдет на него. Ха-ха! Мудак, понятно. Хорош.
Так, это... Ха-ха-ха! Вот придурки. Вот это и вся, вот это и вся загадка. Ах ты. Я и так мог бы пройти, чуваки, и без драк. Так, хорошо, подожди. А теперь же они-то ходят не так, да? Как-то одно. А я как эти ходят большие? Этот ходит на одну, а этот как ходит? Хай-я! А хер ли они тоже сдыхают? А эти по диагонали только ходят, да? Типа ферзи. Эти только по диагонашке. Если я пойду сюда. Они ходят тоже так же, как угодно. Это нехорошо вообще-то. Я так не договариваю. Блин, меня в угол зажали сейчас. Они еще не зажали пока. Уже зажимают. Это я уже неправильно пошел. Ну что, они друг друга-то не херачат. А, все, пипец. Короче, давай заново. Да, неправильно сделал. Я думал, они только по диагонали. Ладно. Ну, мне все равно в любом случае сюда надо вставать. Теперь давай пойдем вперед. Так, этот почему-то по диагонали пошел. Ну да ладно. Подожди, ходит белый, получается, да? Первым ходит белый. Первым ходит белый. Значит, мне надо вот сюда пойти. Этот сейчас пойдет по диагонали, а черный сюда по диагонали пойдет, правильно? Хорошо. Хи-хи-хи. Этот сюда, этот на него. Нет, сука! Вот так. Я пьясюй. Только у меня жизни мало, если сейчас третий раз будет, жопа мне. Да блин, так, сохранюсь, потому что жизни мало, не хочу переигрывать заново. Так, кто у нас там первый ходит? Давай вот так пойду. Подожди, этот пойдет сюда ко мне. Давай вот так попробуем. Кто первый ходит? Вот этот, аж дальний целый. Они сзади ходят, блин, это плохо. А как это, подожди, мне тогда сделать? Опа. Этот по диагонали меня шибанет тогда сюда. Да ты издеваешься сейчас. И все, и мне хана. Уже сразу. Да, потому что я дальше не пойду. А может, у него шибанет попробует? Ну-ка, подожди, он же первый ходит, правильно? Вот это сейчас шибанет того, смотри. Смотри. А, нет, почему-то не захотел он его шибануть. Почему? Падла такая паскуда. Ладно, давай тут начнем. Надо вперед идти. Они очень долго ходят. Вот скотина. Долбани его чем-нибудь. Блин, неудобно, все равно не пойму как. Какая последовательность-то? Это сейчас подъезжает ко мне опять по диагонали, сволочуга, и все. И мне некуда больше бежать. Че за прикол? Это-то да, ну так а и че? Хорошо, а какая же тогда последовательность? А какая же тогда последовательность? Подожди, если я начинаю отсюда, этот едет сюда. Только не говорите, что с самого начала, пожалуйста. Я загружусь. Мне похер вообще. Да, мне похер, загружаемся. Так, ладно, смотри, если этот ходит... Тогда нужно максимально вправо идти. Вот сюда. Чтобы эти вот эти двое, короче, себя перебили просто. Вот эти первые, которые стоят. Этот сюда сейчас поедет, этот сюда поедет. А мне сейчас нужно вправо просто пойти. Вот. Сейчас этот поедет вперед, а этот поедет на него, и все. Этот вперед, а этот на него. И все. Потом, смотри, в принципе, можно ничего не делать. Хотя, подожди, ничего не делать. И этот на одну подъедет, да? Ага. Подъедет, а этот тоже подъедет. Подожди, а как теперь, если... если, короче, это... если они вдруг за дружкой-то идут. Блин, а все, этот по диагонали поедет. И он меня забрал.
если я даже сюда пойду? Чего я только на одну клетку могу двигаться? Это сейчас, если я сюда стану, он по диагонали меня убьет. Если я сюда стану, он следующим ходом меня убьет. В любом случае. Ну тут никак, не пойму что-то, подожди. Комбинацию не пойму. Вот и чё? Ага, подожди. Ай, блин, протупил я, да? Блин, протупил. Реально протупил, это сейчас по диагонали-то пойдет. Собака! И этот на меня. Ну, блин, неправильно сделал. Подожди, загрузка. Хорошо. Ну, вариант, в принципе, правильный, чтобы прямо пойти максимально. Там я только, наверное, скорее всего, протупил просто и все. Этот сюда, этот сюда. Ой. Давай вот так же сделаем. Этот в минусе, сейчас шмаляем максимально вправо. Вот сюда, по берегу. Угу. Так, подожди, сейчас. Сейчас нужно вот как-то вот тут. Тут сюда пойдет, этот сюда пойдет. И теперь мне нужно куда? А мне нужно остаться просто. А как остаться? Мне нужно просто остаться. Если я пойду сюда, по диагонали этот меня... Блин, опять неправильно. По диагонали меня белый убьет. Если я пойду сюда, белый станет на черную, этот меня убьет. Я могу просто на месте остаться или нет? Почему? Ну все, это опять неправильный вариант. Ладно. Хорошо. Как же тогда? Давай пробуем. Так, блин, а это тоже неправильно. Вот эта скотина, то, что черный, он последний ходит, падла. Опять они в ряд стоят, собаки. А чё этот ходит-то? Блин, не тот походил, который я думал. Ядрёна вошь. То есть черный первый ходит. А так я никак это не сделаю. Это нереально сделать сейчас. Это сейчас нереально сделать, потому что этот-то того убьет, а этот-то не убьет, потому что черный-то первый ходит. В чем прикол? Черный-то первый ходит. Почему-то белый сейчас походил первый. Вот мне нужно просто на месте остаться и все. Блин, а чё, а как? Ладно, пойдем вот сюда. Максимально сейчас будем влево вот так шмалять. Просто влево вот так. По диагонали, похер. Просто черный ходил первый, потом белый ходил, вот этот задний. Но теперь наоборот было. Сначала походил белый, а потом походил черный. В чем прикол? Но у них же последовательность-то есть. Вот смотри, белый ходит. Черный последний. Ну почему тогда черный-то первый походил? Вот этот черный походил первый. Это же неправильно. Но это тоже неправильная комбинация, походу. Если я стану вот сюда. Вот сюда. Ну этот-то того убьет, хорошо, и чё? Блин, сложная загадка. Хотя, может быть, скорее всего, до боли простая. Прям капец, капец, как... Как простая. Ну вот они все сошлись в одном воедино. Минус. И вот сюда. Все, нашел. Нашел комбинейшн.
Отлично. Вот это самое сложное было. Ну, прикольная, прикольная довольно-таки его загадка. Вот эта загадка за всю игру, загадка вот эта самая классная, самая такая прикольная довольно-таки. Вроде не сложная, не замысловатая, но прикольно сделана. Так, дверь вижу. Угу, жабуньки. Где вы там? Ой, короче. Так что, ребятки, короче, заранее извиняюсь, если вдруг видео не будет, потому что может и не быть. Вообще до Нового года, и после Нового года там первые числа, может, я хер его знает. Потому что как пойду куда-нибудь, то все, не найдете меня целую неделю. Хотя я же не это, я не гулящий, я, короче, не пьющий, я не это, сам я вообще ничего. Я не курящий, не пьющий, не гулящий. Короче, дома сижу как долбоеб, да и все. Так, а чё, опять бежать, что ли? О, нет, он просыпается. Держись, он еще слаб. Плохо. Я найду правильное заклинание, чтобы открыть следующую дверь. Если он проснется, у нас будут большие неприятности. Окей. А чё мне делать? Дам-дам-дам-дам-дам, говори что-нибудь. Так, а мне что делать? Используй магию на тех предметах. Что, это барабаны? Нет, это ноги. С чем ноги? Эй. Wingardium Leviosa. А зачем? А зачем ноги-то? А в чем прикол? А в чем прикол был? Сейчас не понял, зачем мне надо были эти Вингардиум? А, я понял, нужно их было убрать с дороги, чтобы на них не наступил. А не проще от него свалить просто, да и все, нет? Да серьезно, что ли? Подожди, я тут не был, что ли? Тогда получается. А, ну чекпоинты есть. Так, а что у меня жизни так много? Нормально. Отхилился, называется. Ну это я. Это же я. Ну это же я. Я же могу прям отхиляться и через секунду потерять все жизни. Абсолютно. На ровном месте. Так, Вингардиум Левиоса, давай. Быстрей. О нет, держись. Он еще... Держусь, погнали. Короче, нужно убрать их с дороги. Используй магию на те... Понятно. Вингардиум Левиоса, блядь! Вингардиум Левиоса. Погнали. Вингардиум Левиоса. Вингардиум Левиоса. Хе-хе, прикольно. Вингардиум Поля Папироса. Вингардиум Папироса. Вингардиум Левиоса. Блин, да уже сейчас меня за жопу ухватит. Да хватит уже! Я уже достал, голос сорвал, видишь, не могу кричать даже. Вингардиум Левиоса. Ты чё там, женщина, получается у тебя, нет? Чувак за кофе идет, смотри, это каждый так утром, наверное, скорее всего, да? Вот это каждый утром просыпается по квартире, такой идет и кофе ищет. А раньше нельзя было так сказать? Посмотрим, что будет дальше. Дверь будет дальше, а за дверью ничего. Представляешь? Мне хочется какой-то вкусняшки. Похоже, это должен быть кубок с рыцарем и щитом. Ты видел на щите символ? Угу. Похоже на ледяное снадобье. Это, наверное, следует вылить на огонь. А? А кого найти-то надо? Тот, который со щитом? Так он по центру. Ой, блядь! Ты чё? Охерел? Чё с тобой, драться, да? А он так-то щит ставит, нечестно. Flipendo. Оба! Flipendo. Да
Так он щит ставит, подожди. Ага. Хе-хе. Мудозвонье. Так, снадобье какое-то. Ты что, бухать будешь? Ты даже не знаешь, что это, ты слышишь, там фу. И что ты теперь? Отлично, Гарри. Пукаешь? Но снадобье было на одного. Боюсь, тебе придется идти одному. Окей, извини. Мне надо помочь Рону. Пожалуйста, будь осторожен, Гарри. Что со мной? Ой, я посинел. Ну, синька, я же говорю. Там синька была. Это я так бегаю? Что со мной не так? Я, короче, походу, мистер Фриз теперь. Что со мной не так? Скрипишь-то. Гарика, ты чё, вообще, что ли? Говорит, скрипит. Или может серии покороче сделать, минут по 25, и тогда будет лучше. А чё, ты... А, там мне нужно было это, чтобы просто тупо пройти дверь. Ну, интересно. Почему я не могу там огонь зажечь тоже? Так бы тоже было бы прикольно. Вот тут, смотри, вот, чё. Я хочу очки заработать, дай огонь зажгу. Жабун, ты мне не нужен пока. Я целый и так. Так, что тут теперь? Давай, новое. Интересно, встречу ага. Я тебя здесь, Поттер. Ты слишком любопытен, чтобы остаться в живых. Вот этот, который того Волан-де-Мортин. Что с ним делать? Ой! Чё, ты на меня, что ли? Да похер вообще. Ага! Получил? Жаб моих не трогай. Так, этот щитовик, блин. Вот этого надо сначала выбить. Где ты там? Ой, бошку тебе снес уже. Ой, не попал. Чё ты подтягиваешься тут мне? Чё, думал, я такой простой, что ли? Воу! Чё это? Ни хренбе себе. Флипендо! Так, я понял. Флипендо! В принципе, он никчемный. Флипендо! Ты чё два раза бьёшь? Нельзя два раза бить. Я тебе бошку снес. Три раза уже. Ух ты, сволочь. Ха-ха-ха. Мудак. Чё такое, чувак? Чё, плохо стало, да? Вот, будешь знать, с кем тут-то цацки-пецки. Мне тут... Будь ты проклят. Учитель, это была не моя вина. А чё это, кто это? Ты ж только что был черный. Ну, в смысле, в маске. Здесь бухло. Ладно, бухнем. Нормальная синька. Все, я игру прошел, конец. Сейчас заходим в зеркало и портуемся в следующую часть. Где этот Вален Манендромт? Ты? Лысый. У него камень. Отдай камень, я знаю, он у тебя. Какой камень? Я поговорю с ним. С глазу на глаз. Вы недостаточно жестоки, мой учитель. Для этого я жесток достаточно. Отдай камень. Ты чё, двухголовый, что ли, на одной башке? Ты чё, двухголовый на одной башке, я спрашиваю? А не пошел бы ты? В смысле? Ты чё, как ты меня поймал-то? На. А как он меня в эту херню поймал, если она вообще даже меня не тронула? Ха-ха! Бум! Ха-ха! Прикольно. Эй, Флипендо, где? Ой. Я рано жахнул, Флипендо, как же восстановится теперь? Да в смысле, канат, ты как меня ловишь, если ты не там? Бабах. Так у него, это, колонны-то не восстановятся.
Да, в см... почему он меня по... Или... А, колонна восстанавливается. Так это я буду так его долго бить. Вот эту шибани. Это очень долго, вы чё? Это реально будет полдня. Это реально на полдня, отвечаю. Да, а то он делает, собака, ладно. Переключись! Дебилоид! Бабам! Ты мне уступишь, Поттер. Чё, это я? Меня не проведёшь, Поттер. Давай сюда камень. Это последнее предупреждение. Чё это? А. Вот так. Воу! Ты не подохерел там случайно? Пипендо! Так, нужно, короче, зеркало заряжать. Окей, ничего сложного. Плотно, беги быстрее, не боком! Хе-хе! Это, конечно, надолго, реально надолго. Ай! А у него башка двойная. Мне, конечно, удобно, я ничего не спорю. Ты идешь, короче, вперед и смотришь назад в этот момент. То есть смотришь как бы вперед и смотришь как бы и назад. Отлично же. Просто преимущество конкретное. Только это, в принципе, бесполезная вещь, ну да ладно. Че он двухголовый-то? Двухлицый. Двухлицый, а не двухголовый. Двухлицая падла. Давай, стреляй своей какашкой. Никчемная ты какашка. Идешь там? На! Блин, дай долго его бить, это просто медленно. Да я тебя пизжу, ты что, не видишь, что ли? Я-то уже как бы тебя выиграл. Отлично, обещаю. Умирая, ты будешь просить о пощаде, подобно родителям. Чё? В смысле, квадратик для энергии. Тихо-тихо. Там X нужно нажать. Чувак, я так-то у тебя жизни сосу, если чё. На. Сучара. Давай, 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 давай. Получил, сучка. Смотри, я-то жизни восстанавливаю, не ты. Бам! Давай, 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 давай. Чё ты, чё ты, чё ты, чё ты? Ой, чё ты, чё ты, чё ты? Ой, блин, прям какой ты мощный. Смотри, как я... Получи, шея в меч. Чё? Давай в глаз ему сразу два, только один раз. Ну ты понял, да? Вы поняли, да? Если ты ему глаз проткнешь, то ты ему два глаза проткнешь, хотя ты в один попадешь. Но у него, если два лица, то ты попадешь сразу в два. То есть одним ударом минус два глаза. Вот это вот четко. Прикольно. Нормально. Блин, несложный главарь, но долгий. Думбледор улыбнулся. Что случалось в темницах между тобой и профессором Квиррелом, полная тайна, сказал он, о которой, естественно, знает вся школа. Пирожки, смотри. Или что это, кирпичи принесли жрать? Ну давай дальше. Время-то видите уже сколько. Я не буду ничего нажимать, ждем, пока диалог закончится. Ну алло, давай быстрее. О, спасибо. Но Гарри боялся, что это не предотвратит возвращение лорда Волдеморта. Думбледор кивнул, разделяя его беспокойство. И еще на полчаса.
Однако, Гарри, вау, если наши сражения только замедляют возвращение Волдеморта, он никогда не сможет полностью восстановить свою силу. Восстановить. Школьники какие-то переводили. Той ночью Гарри один пошел на вечеринку по случаю окончания года. Я проиграл, да? Зал был перекрашен в зеленый и серебряный по случаю победы команды Слизерина. А вот, Слизерин выиграл. Тут Слизерин, было Слитерин переведено, теперь Слизерин уже, ну нормально. До конца игры начнут всех правильно называть, как должны. Когда Гарри вошел, наступила тишина. Он сел между Роном и Гермионом, игнорируя взгляды других студентов. Гермионом. Кубок победителя, объявил Думбледор, получает команда с максимальным числом очков. В настоящее время это Слизерин. То есть я не прошел игру, да? Шквал приветствий и аплодисментов обрушился с трибуны Стилтерина. Однако, продолжил Думбледор, с учетом благородства и выдающейся храбрости мистера Гарри Поттера, я присваиваю Гриффиндору 60 очков. Серьезно? И что, выиграли, не? А ну, подожди. И? Шквал приветствий и аплодисментов обрушился с трибуны Гарри. Дополнительные очки обеспечили Гриффиндору кубок. Спасибо. Это был лучший вечер в жизни Гарри. Окей. Лучше, чем победа в Квиддиче или праздник Рождества. А, я думал, я проиграл. Он никогда не забудет сегодняшний вечер. Я думал, я проиграл. Ну ничего, так-то я думал, я проиграл. А нет, я выиграл, смотри. Спасибо за 60 очков. Гарри, зеленоглазое такси, быстрее там кивай что-нибудь делай. Блин, диалог-то стоит. Склебал. Давай! О, спасибо. Чё? Аргонавт Геймс Пак. Чё? В смысле? Вот так... Не понял сейчас. Чё, я игру прошёл? Это... Альберт! В смысле, алло? Не понял сейчас. Это... Это как так-то? Блин, ни на чём, что ли? Я думал... Это был последний главарь вот это вот сейчас. Ё-моё... Ай, а что бы же ваши золотые светлячки, блин, не потушили свечку? Блин, что-то последний главарь какой-то такой тухлый. Блин, серьезно? Подожди, это что у нас получается за сегодня? Вторник получается, среда, что-то... Блин. Короче... Ёлки, не, блин, не ожидал, что игра закончится так быстро. Ну, в смысле, сегодня. Я вообще не ожидал, что сегодня игра закончится уже. Блин. Вот так неприятность. Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Думать, 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 думать. А хер ли тут думать, 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 думать? А хер ли здесь придумать? Ничего ты здесь не придумаешь уже, все. Начинать игру новую, блин. Ой, ёлки-палки. Ладно, давайте, знаете как. Ну ладно, вторник, последний день. Еще два. Ну, блин, хорошо, давайте в этом году, типа, мы закончили игру. На PlayStation 1 пока до конца года не будет. Уже с 1 января начнем прохождение другой игры. Если у меня будет время, конечно, записать. Посмотрим. Если не будет, значит, ну все равно с Нового года будем начинать. Хоть 2 числа, там какого, 3-го. Отдохнете там все от меня, от моей вообще этой всей херни. Хорошенечко отдохнете. Погуляете. Выспитесь нормально. Так что это самое... все окей. И я думаю, на вторнике мы и остановимся. То есть видео после вторника не будут пока что выходить. А там посмотрим, как будет уже с Нового года.
Что сказать? А, что по игре сказать? По игре. Игра прикольная. Игра очень довольно-таки прикольная. Только что-то, блин, она очень-очень коротенькая. Могли бы что-то добавить еще приколюх каких-нибудь, типа мини-игр. Побольше мини-игр. Значит, я тогда, получается, играл во вторую часть. В эту я не играл, я во вторую, помню, играл, потому что там были мини-игры, типа запули кого-то куда-то во что-то, несколько раз попади в какую-то точку, в цель, что-то вот это я помню, и больше там ничего. И вроде такое, как на машине, помню, летал, или это не, та, или это не там, я хрен его знает. Ну, короче, помню, что там были вот эти мини-игры, где нужно кого-то запулить с места какой-то, то ли свинью, то ли что там, я не помню. Берешь, хватаешь, и нужно то в гнездо попасть, то еще куда-нибудь попасть. То есть я, получается, во вторую часть играл, в эту я не играл, но, блин, она реально очень короткая, могли бы что-нибудь прикольное еще придумать, каких-то там мини-игрушек всяких. А так игрушка классная, довольно интересная, даже, ну, такая незамысловатая, простая, короче, тупо чисто для расслабона, вот эта вот игра чисто для расслабона, просто чисто поиграть, не нервничать нигде ничего, потому что здесь нервничать-то не из-за что, потому что здесь все, ну, в принципе, все нормально. Ну, немножко там прыжочки, платформинг, конечно, немножко хромает, потому что здесь ты не сам прыгаешь, а прыгает он, как бы, ты, не ты прыгаешь, а прыгает сам персонаж, когда это нужно. Ты на это не влияешь никак, но зато его можно в воздухе затормозить немножко, срегулировать, куда ему лететь. Или что-то типа того. Полеты на метле прикольно довольно сделаны. Вот эти всякие погоняшки. Бить всех на метле. Графика. Ну, графику я же не беру в расчет, потому что я не это самое. На это не. Не как это называется. Не дергаю, так сказать. Мне графика, в принципе, здесь нормальная. Главное, геймплей. Сложное здесь было в плане вагонетки. Сложно было, да, вот это вот прикольно. И очень довольно мне понравилось с шахматами вот этот вот квестик такой, мини-квестик с шахматами. Вот очень довольно-таки классно сделано, что нужно их всех завалить, узнав, короче, типа какое-то расположение, как сделать так, чтобы они всех себя захерачили. Вот это довольно интересно. Что еще? Что еще? Персонажи, ну да, согласен, перевод немножко взял какой-то кривоватый. Ну, какой уже есть, как бы, вроде перевод неплохой в плане озвучки, но в плане вот текста немножко есть погрешности, есть иногда зеленый, ой, зеленый, уже все, короче, зеленый свет у меня появляется, английский текст и неправильное название всех вот этих вот ребят, которые здесь, Жену Витле, смотри, жена как чья-то тут, неправильное название имен вот этих всех аббревиатур, не аббревиатура, вот этих вот всех понятий, типа квидиш, да? Как там, не сикер, там мне говорили, а ловец там или что-то типа того, короче, как-то не называется. Ну, короче, здесь перевели все, что можно перевести, не другой. Не туда, не в ту сторону, короче. Агент актеров, другой язык, нормально. Лондон Б1, кто это? А так, игрушка довольно-таки классненькая, прикольненькая. Ну, прошел, но я в нее не играл. А так класс, да. Всякие вот эти приколюхи. Подожди, я, получается, две картины не нашел, правильно? За красные бабы и за синие бабы я картины не нашел. Там какая-то херня была, смотри. Зачем мне была... Сейчас мне вопрос, зачем мне была перчатка? Вот перчатка, там еще что-то было, какой-то жезл, но я не знаю, для чего даже это, для чего они нужны, эти перчатка и жезл. А, перчатка, стой, это для того, чтобы ловить вот этот снич, или как там его, бич, короче, что-то он может легче как-то ловится, и не знаю, но в принципе это даже не пригодилось, и какой-то еще там жезл, который я не нашел. За картину. Я не знаю, где эти картины, которым нужно пароль сказать. Я две только нашел, а где я? Третья, я... Фиг его знает. Третья, четвертая, я не знаю, я вроде их не встречал, а может и встречал. Просто здесь нужно лазить в каждый угол и искать вот эту всю феньку. А это, слышите, пацаны, у вас тут много еще там будет создателей, а то в БИЕ особая благодарность, это как-то 39, уже 5 минут прошло от ваших титров-то. Поменяйте хотя бы заставку, то я уже не знаю, что говорю. О, спасибо, вы услышали меня прям. Или это не конец? Посмотрим, кто выиграет кубок в этом году. Так а я же вроде выиграл, или не? А ну. Ну да, у меня вроде больше должно быть. Вспышка.
Как они? Слитерин! А тут Слитерин, а там Слизерин. А я не выиграю все равно. Гриффиндор! Выиграл? Гриффиндор лидирует по очкам. Выиграл, прикинь. А что зал пустой-то, никого нет? Или вам этих пикселей не хватило? Мощи приставки не хватило, чтобы нарисовать всех тут в зале. Сказали бы, ты чё? В смысле? Проверка какая-то памяти. Окей. 80 очков. Давай. Ну так это же не 100% будет, верно? Я там 7 всего этих нашел. Я только пол игры прошел. Салазар Слизерин. Средние века. Дата неизвестна. Сооснователь Хогвартса. Один из 4 хогвартских зданий назвали его именем. Okay. Равенна Равенклау. Средние века, дата неизвестна. Сооснователь Хогвартса. Один из 4 хогвартских зданий назвали ее именем. А чё у меня только 2 карты? Салазар Эдгар Строгер. 1703-1798. Ни хрена себе, сколько прожил. Изобрел детектор лжи. Красава. Годрик Гриффиндор. Средние века, дата неизвестна. Сооснователь Хогвартса. Один из 4 хогвартских зданий назвали его именем. Кассандра Вобляцки. 1794-1797. Кассандра Вобляцки. Кассандра Вобляцки. Серьезно? Да в натуре написано Вобляцки, смотри. С Кассандра Вобляцки. Вот это имя. Бовман Райт. 1492-1560. Прославился после открытия Золотого Снитча. Ой, Вобляцки. Надо запомнить. Мерлин. Средние века. Дата неизвестна. Самый могучий волшебник всех времен, известный как принц чародеев, Вобляцки, короля Артура. Это знаете, как типа во имя чего-то там, а ты Вобляцки, вот это вот. И чё? Я же не прошел игру, или прошел? Чё это? Такое было? Мы. Да, 93%, я не все прошел. А если я загружу и продолжить, что будет? Игра Квиддич, играть, в смысле? Салазар Слизерин. Да все, походу. Да, я прошел игру, только не всю полностью. Потому что я не нашел... А подожди, как я не нашел? Я 10 карточек не нашел? 10 штук, но игру прошел-то быстро очень. Как так-то? А карточки тогда где были? Это ж где я не шарился, чтобы их... Что я не сделал? 10 карточек, алло. Ну плюс еще 2 картины, ладно, не нашел там что-то это. Так, а я же не могу выйти теперь, блин, надо было походу не идти. Ну я не знаю, я же не знал, что тут сейчас уже конец будет. Я бы, может быть, не пошел бы туда еще, но нужно было пошариться. Ладно, ребятушки. Про игру, короче, все сказал. Про Новый год сказал, что, скорее всего, вторником последние видео будут, а потом уже с Нового года начнем новые игры проходить. Ну и там вампиры, конечно, застряли, но да ничего страшного, мы их там потом продолжим. Все, да, всех с наступающим, увидимся уже в новом году, каком-то там следующий, какой там по цифре у нас, я уже и не знаю. Ну, короче, всем хорошо всего отдохнуть, но это я пока что тут ничего такого не буду говорить, потому что надо будет какое-то поздравление все равно делать. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте, и всем до встречи в следующей игре. В следующем году. Ха-ха. Все, всем пока.